разочаровывающую повседневность. Я разбила компьютер. Опоздать еще и на такси? Походу мы сделали все не так. Че, она выглядит как, я не знаю, как из «Звездного пути». Получила мишленовскую звезду. Фейл года. И типа, ну за один из продуктов для Ивраше это очень даже. То, что я не готовлю, не значит, что я не умею. Я только встала. Ну, я уже опоздала на 20 минут. Они там разбирают домашку, которую, в принципе, мне все равно надо будет пересматривать, потому что мы уже сделали домашку. И, ну, в общем, я сейчас подключусь. Но я не хочу. Структура корпорации. Можете увидеть, что весь бизнес, вся корпорация поделена на дивизионы. Иногда используют направление, иногда... У нас закончились лекции, я подожду записи и посмотрю первые 20 минут, потому что, ну, там был разбор домашки, а мы как бы уже сделали эту домашку, ну, в команде работали, и походу мы сделали все не так, но я когда подключилась, все нормально, типа все, что анализировали, все ровно так же, как и у нас, и я не знаю, что ребята возмущаются, надо пересмотреть. Надо взять нашу домашку, посмотреть еще раз эту лекцию, прям по каждому пункту пройтись. И у нас есть еще неделя, чтобы все переделать. И, собственно, мы этим будем заниматься, наверное, на ближайшие недели. Я начала снимать это видео, потому что у меня сегодня насыщенный день. Ну, такой как насыщенный. Необычный. Майнер, который уже совсем скоро закончится. Я хотела приготовить одно блюдо, надеюсь, вам понравится. Но лично я его по такому рецепту, который возможен с моим набором продуктов, готовлю первый раз, поэтому мы с вами устроим такой небольшой кукинг. Далее, мне обязательно нужно сделать английский, потому что завтра у меня целых две пары, причем с двумя разными преподавателями. Мне надо сделать два английских. Но одно я могу сделать по пути по делам, а другое прям надо сесть и реально все делать. Плюс я вам хотела показать посылочку, которая у меня пришла из Ивраше. В 16:24 у меня флюорография на Щукинской. И типа мне надо доехать. И на это, я думаю, идет много времени. Плюс мне там надо будет записаться на ЭКГ, потому что как бы что-то я не могу записаться онлайн. Эти собянинские медицинские приколы. Конечно, все электронное крутое, но оно что-то как-то странно работает. В 19:00 у нас Zoom с Анной Юрьевной, с лицейским педагогом организатором. Если вы хоть как-то слышали про лицей, вы точно слышали про Анну Юрьевну. Она просто... Она снова вернулась в лицей, и мне кажется, это последняя инстанция, на которой будет держаться лицей. Называется «Внутрикорпоративное предпринимательство и инновации компании». И, собственно, там 4 курса, контекст изменений, который у нас идет сейчас, и 3 будут потом. Этим майнером я довольна на все 100%, на 200%, потому что, как выяснилось, там вообще куча моделей, куча каких-то приколов, подводных камней, о которых я даже не думала. И мы это все разбираем, причем разбираем на конкретных примерах, на реальных кейсах, даже не столько на новостных, сколько из опыта наших преподавателей, и там был вообще колоссальный опыт. И по итогу я бы хотела уйти в проект. Наверное, в этом году мои самые любимые курсы будут связаны с майнером, со второй специальностью. Что я не готовлю, не значит, что я не умею. Итак, ревизия продуктов показала, что у меня нету буквально пары продуктов, которые я могу купить прямо сейчас. Это яйца, сыр,
Да, яйца и сыр у меня в дефиците. Две штуки я выбросила, потому что в прошлый раз, когда я варила яйца, это было на прошлой неделе, они что-то так кипели и так воняли, что мне кажется, что ими лучше не пользоваться больше. Дальше мне нужно купить пару приправ. Я удивилась, что у меня нет орегано, хотя мне очень нравится эта приправа. Я вернулась из магазина. Естественно, там не было большей части того, что я хотела купить, помимо того, что мне понадобится. Изначально я планировала на большом перерыве сходить в нормальный магазин. Он в 10 минутах от меня. То есть я бы успела за 10 минут дойти, все купить, походить там, все посмотреть, оплатить. 10 минут мне было бы вот так. И за 10 минут прийти и подключиться к паре, пока все там приготавливалось, типа там остывало или наоборот теплело, я бы отсидела на паре, а потом уже начала готовить. Но сейчас... Итак, обзор на мои покупки. Такую разочаровывающую повседневность моего ближайшего магазина. Решила купить перец, потому что он был, ну, плюс-минус нормальный, а не как обычно порченный. Кинза. Да. Зира, сыр, вот такой. Я хотела вообще изначально взять фитакс, но там фитакса не было, поэтому я взяла этот. Ну, там плюс-минус нужен такой сыр, он потом расплавится, отдаст соль и будет вообще сок. И яйца. Собственно, все, на этом мои покупки завершились. И там не было моющего средства. Сейчас начнем готовить, я, наверное, просто покажу. Я опаздываю, у меня запись через 58 минут, а я еще ничего не приготовила. У меня осталось последние ингредиенты, поэтому я, наверное, доготовлю и поеду на такси. Я оставлю ее так и пойду собираться, потому что опоздать еще и на такси, это, блядь, вот так вот будет. Итак, я вернулась с флюорографии. На ЭКГ меня не записали и сказали, что, ну, записи на ближайший месяц нету. Какого? Просто фейл года. Типа, я вам вставила кадры, как она выглядит. Она вообще, она выглядит, как, я не знаю, как из «Звездного пути». Но при этом у них нету второго ЭКГ. Ну, я очень не понятно, что сказать. Я, считайте, получила мишленовскую звезду. Вот она. Нет, ну на самом деле, вот. Собственно, о, как, слушайте, на видео она выглядит красиво. В жизни-то она не такое яркое.
но мы пробуем. Ну ладно, начнем не с перца, а с вот этой жижи. Не зря звезда Мишлена. Не зря. Ребята, такое ощущение, что я буду готовить еще ее. Теперь у нас анпакинг моей посылки из Эстершеф. Собственно, здесь 11 продуктов, которые я купила по вообще невероятным скидкам. За все я заплатила, по-моему, 2000. И типа, ну, за 11 продуктов для Ивроше это очень даже. Во-первых, вот такой шампунь от выпадения волос. Он мне очень нравится, и он работает даже лучше, чем некоторые продукты люксового такого, типа, дорогого формата. К нему еще идет кондиционер, но лично я предпочитаю его без кондиционера, и кондиционер я беру какой-то другой из линейки Ивроше. Дальше у нас идут гели для душа. Грейпфрут и тимьян. Аргания и роза, ракитник и вереск, только он почему-то в маленькой бутылочке, и, я так понимаю, это новый продукт. Ну, попробуем. И парфюмированный гель для душа с экстрактом василька. Вот так вот он выглядит, тоже в маленькой упаковке. Я их еще не пробовала, я пробовала только аргания и роза, он такой приятный, чем-то напоминает ваниль, такой мягкий аромат. И есть еще уксус-ополаскиватель для волос. Он, я так понимаю, для очищения. Плюс ко всему у меня здесь второй шампунь для объема. Я его еще не пробовала. Я пробовала для всех типов волос, для от выпадения, для чистоты. А этот я еще не пробовала, ну посмотрим. Ну вот от выпадения он реально работает, а объем, не знаю, нужно посмотреть. Дальше у меня здесь кондиционер. Чистота, не знаю, как он должен работать, но проверим, узнаем. Я его тоже не использовала, поэтому все будет в следующих видео. Молочко для тела, бурбонская ваниль. Мне подарила подруга на день рождения, на 8 марта, и он мне очень понравился. И вообще такой формат молочка для тела очень даже мне заходит. Та упаковка закончилась месяц, наверное, за 2-3. Вот, и ну и купила точно такую же. Молочко для снятия макияжа, успокаивающее и тонизирующее. Сейчас я снимаю макияж чисто ватным диском и водой, потому что всяких мицеллярной воды, молочка у меня начинается раздражение и мне неприятно. Поэтому я снимаю тушь ватным диском буквально только с ресниц. И иногда у меня остается, и они потом щипят. Я решила попробовать молочко вот такое. Дальше деликатное снятие макияжа. Я так понимаю, это мицеллярная вода, она пришла в подарок, поэтому я ничего о ней сказать не могу. Видимо, какой-то не особо популярный продукт, но посмотрим, все расскажу. Все продукты здесь я не использовала, кроме шампуня от выпадения, молочка для тела и геля для душа, которую я уже сказала. Все будем пробовать, но на вкус они пахнут довольно приятно. Единственное, что я не совсем понимаю, как пользоваться уксусом для волос, но посмотрим. Вот, это у нас что? Экстракт василька. Пахнет цветами, очень насыщенный аромат. И я думаю, он будет как Evidence, гель для душа, тоже от Yves Rocher. Но тот прям вообще воняет на всю квартиру. Его откроешь, все, просто квартиру не проветришь потом. И, собственно, то, ради чего я заказывала это все, это тушь вот такая. Если честно, меня не очень устраивает в Yves Rocher, что они постоянно меняют упаковки, ну, типа, буквально постоянно. Они там раз в сезон точно их меняют. И у меня была такая тушь, вроде как написано то же самое, но такого темно-зеленого цвета. Она была, по-моему, под Новый год. И я решила купить новую, когда у меня та закончилась, я покупаю новую, ровно такую же, просто другого цвета. И выясняется, что она вообще не такая. Она, я не знаю, у меня от нее ресницы начали выпадать. Я думаю, нет, нет, все, больше такого не надо. На часах 8:30 вечера у нас созвон закончился
ну, минут 20 назад, я вообще думала, что мы будем больше часа сидеть, потому что обычно так всегда и бывало. Мы сидели прям очень долго, прям очень серьезно. И, ну, учитывая то, что мы давно все не виделись, наверняка мы должны были там, ну, больше времени уделить просто смолтоком всяким. А, вообще, на сегодня я сделала, по сути, все дела. А, ну, и заодно английский сделала, потому что сейчас я уделю, ну, вот, ближайшие там 3 часа английскому. Мне нужно сделать summary одного текста большого. Ну, как большого, он там на 2,5 страницы. Будет французский. Было бы проще. И нужно сделать 2 распечатки на другой английский. По сути, тут задание как номер 1 из ЕГЭ. Типа, где нужно просто соединить заголовки и статьи. Вот, а второе задание, ну, summary, соответственно. Так что, да. И, собственно, все. Я разбила компьютер. Не сильно, типа, не так, что прям... Фу-фу-фу. Короче, я не знаю, как это получилось, но на нижней грани... Внизу образовалось что-то типа, знаете, как от нажатия сильного. Вот, но я его быстренько заклеила, и это выглядит теперь так. Я надеюсь, эта бесконечность непредел не станет роковой. Ну, и типа, как бы, выглядит вроде норм, но сам факт, что за этой наклеечкой скрывается не очень приятная вещь, меня раздражает.